Яблоня скала заслужила любовь садоводов благодаря вкусовым качествам плодов, неприхотливости, зимостойкости, отличному иммунитету, который дает невосприимчивость к разнообразным недугам, а также регулярному плодоношению высокой урожайности. Среди недостатков можно назвать не слишком большой срок хранения яблок. История сорта. Селекционер Савельев Н.И., работавший во ВНИИ селекции генетики плодовых культур, вывел новый яблоневый сорт «Скала», скрестив ранее известную мичуринскую бессемянку и приму. Изначально широкое распространение новинка приобрела в Тамбовской области, где ее получили. Из-за множества положительных отзывов культурой заинтересовались и в других регионах, там сорт показал себя ничуть не хуже, чем в родных краях. Стоит знать, если климат не слишком хорошо подходит для скалы, необходимо организовать правильную высадку плодового дерева и обеспечить его необходимым уходом для получения урожая. Описание яблони скала. Деревья среднерослые, достигают 8 метров в высоту, крона густая, состоит из светло-зеленых листьев, у плодов желто-зеленая окраска. Культура может похвастаться мощными, расположенными под острым углом по отношению к стволу ветвями серой корой. Ствол коричнево-серый, шероховатый. У побегов окраска буро-зеленая. Листва имеет продолговатую форму. Лепестки на соцветиях имеют свободное расположение и розовую окраску. Яблоня скала дает плоды большого размера. Интересно, что на одном дереве у яблок будет приблизительно одинаковый размер. В среднем фрукт весит около 250 грамм, а если культуре обеспечить должный уход, можно получить яблоки массой около 320 грамм. Яблоня скала плоды обладают глянцевой шкуркой, воскового налета нет, кожура красного цвета. У мякоти зернистая консистенция и бело-кремовый оттенок. Садоводу на заметку. Сортовой особенностью является зимостойкость скалы. Если наступят заморозки, плодовые почки не замерзнут, а потому плодоношение наступит своевременно. Как сажать и ухаживать? От того, насколько качественным будет уход, зависит количество урожая, а также размеры фруктов. Особые усилия при уходе не потребуются. Для получения полноценного сада с крепкими здоровыми деревьями нужно выбирать саженцы, обладающие следующими критериями: развитая корневая система, покупка в регионе, где планируется выращивание яблони, молодость, оптимальный возраст 2 года, позволяет быстро адаптироваться к почвенному составу. Посадка возможна весной, летом, осенью. После покупки саженцев необходимо определиться с местом под посадку, к нему предъявляются следующие требования: достаточное количество солнца, защищенность от сильных ветров, наличие дренажа, пористый почвенный слой, идеальный грунт, супесчаный или суглинистый, грунтовые воды не должны располагаться близко к поверхности, правильная подготовка посадочной ямки. Среднерослым деревьям понадобятся ямы размером 70 умножить на 60. Если планируется посадка нескольких деревьев, между ними выдерживают расстояние не менее 3 метров. Посадочная яма на протяжении 5 лет после высадки деревьев нужно обеспечить защиту от мелких грызунов и зайцев. Деревья обвязываются пергаментом или лапником, внесение мульчи в приствольные круги, окучивание грунтом на высоту не менее 20 см. Деревья поливают при засухе еженедельно, на дно растения полагается минимум 2 ведра воды. Данный сорт подходит для выращивания как опытными садоводами, так и новичками в огородном деле. Если соблюдать агротехнику, культура порадует хозяина участка отличным урожаем и вкусными яблоками.